сегодня знаменитого литовского поэта, эссеиста, филолога, диссидента, одного из пяти создателей гельсинской группы в Литве, выдающегося человека мира, профессора Томаса Венслова и его жену Татьяну. И, конечно, генеральный директор Медиамакса и большой друг Литвы, который любезно поможет нам сегодня всем пройтись по этим интересным ступенькам жизни и поэзии, и творчества Томаса Венславы. Поэтому я с большим удовольствием передаю слово Арету Давосяну. И хочу поблагодарить вас всех, что вы нашли время встретиться с профессором Венславой. Шашмар Калыцкин. Я, честно говоря, когда готовился к этой встрече, прочитал несколько ваших интервью, все были очень интересны. Но я для себя выделил некоторые отрывки, которые меня очень заинтересовали. Вот в одном из интервью вы говорили, что я в жизни перевел больше, чем сам написал. Работа сложная, но именно поэтому радость от результата бывает огромной. Если сравнивать радость от результата, от написанного собой и от переведенного, это соразмеримые радости или это совершенно разные ощущения? Знаете, от переведенного даже больше радость, потому что свое все-таки больше чувствуешь слабость от того, что написал. И когда вспоминаешь какое-то стихотворение, всегда думаешь, что вот здесь надо было бы сделать лучше. А перевод как-то он отделяется от тебя и существует сам по себе. И часто даже, как это не стыдно признаться, приходишь от себя в какой-то восторг. Думаешь, ах, удалось, получилось, молодец. Вы знаете, был великий русский поэт Осип Мандельштам, который говорил, что вот этого нет по-русски, но это должно быть по-русски. Так я всегда часто говорю, вот этого нет по-литовски, но это должно быть по-литовски. Если получается, если это становится каким-то фактом литовской поэзии, то это дает большое удовлетворение, должен я сказать. А свои стихи полного удовлетворения никогда не дают. Вот вы говорили, что перевод Пастернака на литовский – это в идеальном варианте стихи, которые написал бы Пастернак, если бы говорил по-литовски. Это, конечно, невозможно, но можно попробовать. Так, все-таки да. Возможно? Ну, вы знаете, это моя собственная теория перевода, что существуют две большие школы перевода – западная и восточная. На Западе сейчас, как правило, делают нечто вроде подсрочника. Переводят, ну, стихотворение написано с рифмой, определенным метром, размером. Они переводят фразу за фразой, как можно точнее, но из этого получается подсрочник. То есть ты видишь метафору, например, но все остальные уровни стиха как куда-то пропадают. Это западная школа. И сейчас в Литве уже стали так переводить. Восточная школа перевода – это вот то, что делают Пастернак, Лозинский, Маншак, Анинский, ну, много крупных поэтов, тот же Мандельштам переводил, хотя и не очень много. И они стараются, собственно говоря, делать хорошие русские стихи на материале чужого стихотворения. И если поэт, так сказать, прилагает большие усилия, или если он просто гениальный поэт, как это иногда бывает, то это получается. Ну вот, кажется, Брюсов говорил, что перевод – это вроде того, как фиалку бросить в тигель, она распадается на составные элементы, а потом из этих элементов опять сделать фиалку. Немножко другую, но фиалку, чтобы она была живая, пахла и, так сказать, приводила восторг твое зрение. Ну, это чудо, такого в общем не бывает. Но вот как ни странно иногда получается. Иногда вот эти фиалки живут, хотя они иногда бывают не очень похожи на те фиалки, которые были на другом языке. Но это, по-моему, ничего. Главное, чтобы были хорошие стихи на твоем языке. Ну и чтобы
можно было все-таки узнать, какой текст за этим стоит. Хорошо, но я сначала еще хочу немножко представиться, если можно, и что-то рассказать о себе и об этой книжке. Читать я буду в основном по-русски, поскольку я думаю, что это, к сожалению, по-армянски не могу. А русский язык, видимо, здесь всем доступен. Мог бы, наверное, по-английски, но у меня нет английских текстов под рукой, хотя они существуют. Что же касается меня, то я родился в 37-м году. Отец мой был левым поэтом, левым писателем, и стал потом советским поэтом и даже таким номенклатурным деятелем. Кстати говоря, он бывал здесь, в Армении. Он лично знал Аветика Исакьяна, его переводил. Он знал Матроса Саньяна, то есть знакомства в Армении были хорошие, вполне почетные. Я сам был в Армении молодым человеком 21 или 2 лет. Причем был 2 раза. Тогда очень много видел в Ереване, видел Севан, видел Гарни, Гахард, Чмиадзин, то есть Армения мне знакома. Но это было более 50 лет назад, это бог знает когда. Но я хорошо помню, я узнавал, конечно, и Гахард, и Гарни, хотя Гарни теперь реставрирована, тогда стояла как некая руина. Но это была моя первая встреча с античностью. Уже после этого, когда я увидел настоящий Акрополь, он на меня произвел меньшее впечатление, чем Гарни. Я даже тогда кое-что, но это очень молодые стихи, говорили, я что-то написал про Армению. Ну, а потом так сложилось, что в основном под воздействием Венгерской революции я стал, ну, человеком некоммунистических и даже антикоммунистических взглядов, в отличие от своего отца. Но нам удалось сохранить какие-то отношения все-таки любящего отца и любящего сына. Я этому очень рад. Но все-таки все эти две было ясно, что я другой человек, иначе пишу и совсем иначе думаю, чем мой отец. Ну, это кончилось тем, что я мигрировал. Я уже 40 лет как живу в эмиграции в Америке. Работал там 30 лет в университете. И сейчас уже пенсионер. Причем мне говорили, что вот когда ты уйдешь на пенсию, ты будешь страшно скучать по университету. К сожалению, нет. Я не скучаю по университету. Хотя работал там с удовольствием. И, кажется, студенты меня как-то принимали. Ну, так получилось, что когда Литва, а также и Армения, а также и другие постсоветские страны освободились, я стал часто бывать в Литве, и в России, и в Украине, и в Белоруссии, в разных местах. И вот сейчас оказался опять на Кавказе, в Закавказье. Оказался в Грузии, где был только что поэтический фестиваль, и решил, что надо съездить в Армению, где моя жена никогда не была, а я, так сказать, с удовольствием узнаю эту страну. Теперь эта книжка. Эта книжка, которую я буду читать, она двуязычная, билингва, да, можно показать, как это выглядит. Называется «Металинга». Это слово, которое, в общем, по-литовски тоже никому не понятно, как и по-русски, или по-армянски. Это искаженное слово «нота лингве», латынь, знак речи, знак языка. Это так в царское время, в Литве не было литовских школ, были польские, а потом русские. И в этих школах, если школьник заговаривал на литовском языке, ему вешали на шею такую позорную табличку деревянную, которая называлась «нота лингва», «металинга». Это школьники это называли «металинга». И вообще детей воспитывали, ну, мальчиков, поскольку женских школ вообще не было, воспитывали немножко как стукачей, потому что
он мог освободиться от этого позорного знака, если услышал кого-то другого, говоря, что по-литовски. И тогда он ему перевешивал на шею и уже был сам, так сказать, свободен и спокоен. И это часто вот так перевешивали. И вот Марин Мойклу, когда я издавал первую книжку на литовском языке, первую, единственную, еще при советской власти, сказал, ты говоришь на каком-то не том языке, на котором надо. То есть не в том смысле, что по-литовски. По-литовски много книг издавалось. Он, язык этот, так же, как и армянский или грузинский, не был запрещен. В царское время был практически запрещен, а в советское нет. Но не на том поэтическом языке. Но я подумал, что это цензуру не пройдет. Это слово «металинга». Цензор станет выяснять, что это такое, когда узнает, то, конечно, не пропустит. Поэтому я это перевел на литовский язык, «Знак речи». И так называлась моя первая книжка, «Знак речи». Теперь вот, наконец, эта металинга, которая должна была появиться 50 лет назад, она появилась. Это перевела русский поэт, скажем так, слово «поэтесса» не очень хорошее слово, «поэт». Если женщина пишет хорошие стихи, то она не поэтесса, а поэт. Так вот, есть русский поэт Аня Герасимова, она также рок-певица под псевдонимом Умка. В России довольно известная, возможно, кому-то известная и в этом зале. Она перевела очень хорошо. Это моя пятая книга стихов на русском языке в переводах. Говорят, что ее переводы лучше, чем чьи бы то ни было другие. Хотя меня переводили Бродский, Горбаневская и Кушнер, то есть известные вполне русские поэты. Я прочту стихи под названием «Идальго». Это о Дон Кихоте. Ну, о Дон Кихоте написано немножко под воздействием стихотворения Пастернака о Гамлете. Написано в 56-м году, то есть уже 61 год тому назад. То есть мне было лет, 19. Ну не знаю, 21, нет, 19 мне было, всего 19. И это под воздействием Венгерской революции, вот, которая вполне изменила мое мировоззрение и в конце концов привела к эмиграции. Сначала, как говорил, по-литовски, потом по-русски. Это монолог Дон Кихота. «Док мандранка Санчо пролимано, аж покельсю негалю твояу, штай аж ча иш память что роману, и не лига кова и шляу. Кок сапсунке сербеегис кунас, некад не свокси на ушка, мутвим скиртос, айчтес и трибунос, танку бокштей вильвил кулка». Visas turtas žodžiai neatsargus, visas menas mirti ir mirėt, visas atpildas pudidžio vargo, kurkvina planetos pakelėje. Rytelis kalbėtojas žaidikas, ženklintas kulkosvežio švinu, nebe pirmą kartą nužudytas, nebe pirmą kartą gyvenu. A ot paruski turi samėje. Дай мне руку, Санчо, брат названный. Поднимусь, нет, не могу. Постой, вот я из старого романа выхожу я на неравный бой. Как бессильно тело тяжелеет, нас петля и пуля не шалят. Нам судьба патронов не жалеет, танков на широких площадях. Лишь словами были мы богаты, лишь любить и умирать могли. Нам за все труды одна награда, пыльная обочина земли. Игроку, оратору и рыцарю, меченому пулями не раз, не впервые довелось родиться мне, не впервые встречу смертный час. А вот это в стихи про Одиссея тоже, связанные с Черным морем, которое я тогда видел, в основном в Сухуми тогда я его видел, называется «Аксинос Понтос». «Аксинос Понтос» — это
Так греки поначалу называли Черное море. Это называется негостеприимное море. Не негостеприимное, оно их не очень принимало, угрожало штормами и так далее, и так далее, и гибелью. А потом уже стали называть Эвксинский понт, то есть гостеприимное море, потому что на берегах появились греческие города, которые давали приют кораблям. И вот это, ну, это стихи про Одиссея в какой-то мере. Ну, Одиссей у меня такой личный миф, ну, каждого поэта, наверное, будет свой личный миф, Одиссей один из самых простых. Вот у Бродского личный миф был Эней. Эней — это который уходит из Трои, переселяется на новую землю, и там его потомки, уже, правда, не он сам, его потомки строят новый город Рим. Вот он говорил, надо переселиться в новую землю, там что-то строить. Одиссей — это тот, который возвращается. Но он не вернулся. Я, собственно, тоже не вернулся, но это стихи как раз об Одиссее, который не вернулся. И написано это сапфической строфой, то есть таким античным размером. «Неприветливо, как копья донайцев, это самое первое море бедствий, где строфой сапфической бьются в берег горькие волны. Так и он, должно быть, в краю далеком, навсегда уснул под чужой оливой, не сумев дождаться ладьи фиаков и Навсикаи. Мы уже не верим, что он вернулся, что и так и ради забыл пределы, где снега с вершин изрезали понта воющий берег, где нет ни добра, ни днес, ни начала, где в ночи богов в невесомой песне, словно в пене моря руно золотое, плещут плеяды». Ну, теперь будет опять длинные стихи, как я Горбаневской, и такого гражданского, так сказать, гражданские по идее. Называется «Зимний разговор». Вот у нашего поэта, классика Майрониса, который, ну, соответствует в армянской литературе, я бы так сказал, примерно Ванесу Туманяну. Вот у него книга стихов называется «Голоса весны», а у меня «Зимний разговор» или «Разговор зимой», потому что «Некосис жена». То есть весна сменяется на зиму, голоса на разговор, единственное число, множественное число на единственное и так далее. Переворачивается синтаксис, то есть это такой негатив как бы Майрониса. Это написано в эпоху национального возрождения, а тут уже совсем другая эпоха. Я находился в Паланге, у меня очень много друзей, я пробовал себе вообразить, что они сейчас там делают. И, в общем, нервничал, конечно, и не знал, чем это кончится, потом это стало развиваться, кончилось крушением коммунизма. Не только в Польше, но и в других странах. И это такой разговор. Человек разговаривает с самим собой. И думает, кто же третий собеседник. Третий собеседник – это, возможно, Господь Бог. Но неизвестно, есть он или нет, слышит он нас или не слышит. Потом, что еще объяснить? Да, там интересный мотив, который Чеслав Милош потом это перевел на польский язык. И там мотив «Узкое кольцо на дереве». Вот есть такое литовское предание, что перед восстаниями бывает очень тяжелая зима. И когда срубаешь дерево, то можно сказать, в каком году было восстание, потому что предыдущее кольцо очень узкое. Вот это тут упоминается. «Шагни в пейзаж, пока еще темно, за дюнами шоссе шумит пустое. Морям не сдастся материк из боя, невидимый, но слышный все равно. Прохожий ли ангел, слабый след оставив на снегу, пропал из виду, и отражение берега в стекле бесплотную напомнит Антарктиду. Давно бежит по берегу песок, кипит незамерзающая бездна, то прояснится мост, а то исчезнет простор зимы. Морозен высок, транзистор тут не ловит, почты нет.
где столько фотокарточек десяток, где времени опасного портрет свечой закапан, воск запечатан. Как влажен воздух, как суров гранит, и как непобедим рентген рассвета, на пляче сденье видишь силуэты, маячит башня, человек стоит. Его, конечно, не узнать в лицо, окутала деревьям мгла слепая, но узкое последнее кольцо через кору упрямо проступает. Обычай утомительный для глаз, того гляди, недолго ошибиться, а ось заиндевелая кренится. Пророчество вещает не нас, и кажется, что над простором вод, где стынет звуки, корабли чернеют, взойдя на неподвижный небосвод, уже не битым с маслом пламенеют. Гудят в долинах мокрые ветра, распахнутыми залами застыла до океана водная пустыня, слой февраля под слоем января, за морем обнажаются холмы, во влагах снег, слежавшийся и вялый. А что там дальше? Дальше видимы вновь устья рек и бухты причалы. Под тяжкой сетью серых облаков блестит, как рыба, задыхаясь, площадь. Ты помнишь, что знамение пророчит? Наш век, в отличие от тех веков, статистика лишь верит. Знак и вещь, и человек рукою смерти схвачен, и лишь зерно готово жертвой лечь, надежды не осталось передачи. Как отличить, где правда, где ложь? Здесь только мы с тобою, где свидетель? Мне кажется, что мы одни на свете. Я думал, ты один на нем живешь. А где же третий собеседник, тот, кто с нами разговаривает свыше? Есть снежные поля и небосвод, и очень может быть, что нас не слышат. С рассветом потемнели дерева, к полудню закрепляются в сознание из ничего возникшие создания, предметы, заменившие слова, осколок льда, разбитая стена, ветвей закоченелые скелеты. А дальше что? А дальше тишина. По ту от моря сторону и эту. Был такой литовский диссидент Альгирдас Патарскас, ныне уже покойный. Он очень правый, это был все-таки скорее левый, он был очень правый. И, но он организовал группу мальчиков, которые за мной ходили. Я об этом не знал. Но если на меня нападут, то они вмешаются в драку и, может быть, как-то вытащат из этой драки. Я и сам носил в кармане какой-то кусок кирпича, чтобы в случае чего все-таки чем-то ответить. Но не знал, что за мной ходят эти мальчики. Если бы они подошли слишком близко, то я им они могли получить кирпичом. Но это не случилось. Потом Альгирдас Патарскас после уже освобождения Литвы, у нас с ним даже были всякие споры. Тогда я его не знал, а потом познакомился, были споры, мы не соглашались по очень многим вопросам, но сейчас его уже нет живых. Вот такая история. А стихи вот какие, короткие. Я жил, я привыкал к небытию, был с серединой века ознакомлен. Смерть меня та была в мою семью и занимала лучшую из комнат. Я приручал ее. Я об одном просил ее, пока меня не трогай, а по утрам я видел за окном красивейший из городов Европы Восточной, где шуршит камыш гнилой, скрывается кастет в кармане быстрый, мчит паровоз убийственной стрелой, горит бензин с певицы из канистры. И в этой смерти ел и пил и спал, пытался в тень и смысл ее проникнуть, о ней порою даже забывал, но к смерти человеку не привыкнуть. Я отпирал квартиру, вдруг во мне ритм потеряло и упало сердце. И впрямь, в
непредсказуемой стране найдется место и случайной смерти. Теперь прочту любовные стихи, короткие. Губам подступает и снова отхлынет волна. Бессмертие навык полезный придет незаметно. Свеча плывает, горит за окном купина. Стучит в подоконник ее неустанная ветка. А тело в ночи ослепляет, как камень в воде. И чуткие бабочки треском свечи насторожены. И ты, удаляясь, блуждаешь неведомо где. И сна в этот рай, в этот сон, в полусмерть, в невозможность, в зазор между словом и вещью. Теперь от тебя, наверное, осталось лишь то, что я пальцами помню. И куст за окном говорит, и царит темнота, и море шаги замедляет у комнаты темной. Ушла и вернешься, биение волны теней, без смысла и цели, без меры и в ней измерений. И ветка стучится, и снова сгорает в огне, как вечности знак, положившийся слепо на время. Да, ну еще, пожалуй, одно длинное только по-русски, а потом одно короткое, но так кончу. Длинное называется «Предыстория». Это о городе Клайпеде, где я родился. Там участвует, ну это, так сказать, о моем, ну, младенчестве. Я из Клайпеды, мы уехали, потому что я занял Гитлер. В 1939 году мы уехали, когда мне было 2 года, я ничего не помню об этом. Только мама моя рассказывала, что когда меня возили в коляске, то кто-то говорил «Зюсес Кинд», то есть такой милый ребенок, сладкий ребенок, а кто-то из Гитлер-Югенда, там уже был Гитлер-Югенд, услышав, что она говорит по-литовски, тоже такой недозволенный язык, бросали туда в коляску песок. Не только в мою коляску, но в частности и в мою. Ну там, да, упоминается Малинеско. Малинеско был советский подводник, герой Советского Союза, который потопил немецкий корабль с беженцами. Возможно, он и не виноват, он думал, что это военный транспорт, но погибло людей на этом корабле больше, чем на «Титанике». Ему поставлен памятник в Калининграде, хотя, в общем, я ему памятник не ставил. По национальности он был молдаванин, кстати, Малинеско, такая фамилия. Ну, что еще сказать? Ну, вот там, говорю, там фигурирует мой отец, который отвел жену в родильный дом, возвращается в квартиру и думает, как он дальше будет жить. С ребенком он даже не знает, кто это будет, сын или дочь, и так далее. Гроб Шторакас – это такой мыс недалеко от Клайпеды. Узнавай неприютный край, где ты рос когда-то, в центре века иного, в стране, куда нет возврата, дюн бесплодных гряда, кирпичные стены склада, вряд ли вспомнят тех, кто тут раньше жил, и не надо. Здесь одно лишь такси тарахтело, да три пролетки, оранжат на дорожке парка капал немецкие тетки с 3:30 возле беседки в старинном вкусе собирались, склонясь над коляской, роняли «Зюсес Кинд», топтали песок, скучали по имперским гербу и короне, рукоплесканием встречали тень в старом городе на балконе, что потом их прически, шляпы, букеты в объятья плеска пресной жижи залива победно вверх Малинеско. Вот пейзаж, но не весь, важней небесные своды, редко в лицо им глядящие беспокойные воды, а истинные гнезда, трубы, низко и криво нависающие над каналом плакучие ивы. Камбалой несет, на рейде вертится, как живая яхта. Вижу,
Идет педагог, ключи в кармане сжимая, из креста из красного домой шагает уставший, без восторга оценивает временное пристанище. Ставни стучат на ветру, полощет бельем мансарда, штукатурка крошится на люльку. Ломятся полки от Маркса, а за декору Дания кварталы гремят фахверком, монотонный, как эхо, его здесь хватает с ветром. Отвечает буфет подковом, ложками и фаянсом, над причалом глаз отмечает приземистый англиканский собор, чья крыша крышке крыльки подобна, дальше почти ничего, граница, порог Европы, сей мерцающий мелкий залив, пески до болотца, где равно костьми полегли венеды, прусы, ливонцы. Прошлого каталог, дранги нах остен, вестен, тонущий флот, толща вод, неумолимым прессом над сундуками и плита, с течением спорит нелепость, отзвуки плеска хмуро стучат в замщелую крепость. Так поутру отражение стынет в воде холодной, под неподвижной лодкой, четче и ярче, чем лодка. Так и ливнятный голос, звуку невясному вторя, скажет во сне, едва ли не больше, чем в разговоре днем наяву, пропавший мир невидимка, эхо заведует им, никогда не спящая нимфа. Над исчезнувшим городом, от самого Скагерака до косы, где в туман погружается гроб Шторрагас, до Ботнического залива судной кругой гремит нам, катится к нам и дальше неумолимым ритмом. Он разбудит во тьме, домой приведет из плена, чтобы лишь благодарностью отвечал неизменно, даже когда тебя цензор время привычным жестом вычеркнет к черту из текста, освобождая место. Мне просто интересно, вы сказали, что есть западная и восточная традиция в переводе лирическом. Вы литовскую и польскую поэзию в какой традиции вы видите? Хорошо. Ну, теперь сначала об этом. Я еще тогда жил в Советском Союзе, но я знал, кто такой Милош, я знал, что он эмигрант, что он антикоммунист, что он очень крупный поэт, это я все знал, Нобеля у него еще тогда не было, но он был достаточно известен. Литовский язык он знал пассивно, то есть он мог читать и понимать литовскую газету. Вот я примерно так, как он, могу читать и понимать немецкую газету. Но не более того, говорить по-литовски он стеснялся, не говорил. Но вот как Гейтс знал гельский язык, ирландский язык, так Милош в какой-то мере знал литовский. Ну, он и называл себя скорее литовцем, но это было, он так провоцировал скорее польскую публику. Он, да, ему помог перевести эти стихи такой профессор Сили, который работал с ним вместе в Бентли, и знал литовский язык, это был лингвист. Хорошо знал, то есть, ну, лучше Милоша знал, мог свободно читать любой текст и говорить мог. Так вот, причем там получилась интересная история. Мне написал из Польши один мой знакомый, что, дорогой Томас, вот я впервые узнал тебя как поэта, потому что прочел твои стихи по-польски в переводе одного великого поэта. Я ему сразу ответил. Я ответил, что я, наверное, догадываюсь, кто переводчик, потому что великих поэтов в мире не так много. Но я задал ему один вопрос. Дело в том, что я думал, что... Вы, наверное, знаете, и кто-то, наверное, еще знает, что в Париже выходил очень важный польский эмигрантский журнал «Культура», в котором Милош постоянно сотрудничал. И я его спросил, но мне интересно, где это было напечатано. Подозреваю, что в одном культурном городе. Это значит намек на Париж и культуру.
Польский приятель меня понял, это был профессор Ян Бломский, если не ошибаюсь. И он написал мне, что да, ты прав, это опубликовано в одном культурном городе. Потом мне привезли этот номер культуры, тайно, конечно, через границу перевезли и показали. Я почувствовал себя посвященным рыцарем. Вот если уже ты пишешь стихи, которые переводит Миллер, значит, они чего-то стоят. Ну, вот теперь Минош это перевел правильными стихами, но без рифм. Но это не подстрочник, это настоящие стихи, только он отказался от рифма. Польская школа все-таки скорее восточная, похожа на русскую школу перевода и на литовскую, а не на французскую или английскую. Потому что ну вот меня в основном на польский переводил Баранчик, Станислав Баранчик. Может, это очень большая честь, потому что Баранчик был, наверное, одним из лучших переводчиков, которые когда бы то ни было были в Польше. И он сделал книжку по-польски, которая вышла сначала... Сначала она вышла в Париже, но попадала в Польшу, а потом уже была повторена в Польше. Ну, так вот, польская школа, на мой взгляд, все-таки ближе к восточной школе перевода, чем западной. Вы сказали, вы жили в Нью-Хевен, да? Я жил в Нью-Хевене. Нью-Хевен. Значит, Йосип Бродский приезжал в Нью-Хевен, потом в Хартфорд и к себе в Саут-Хадли, да? Так. Там, где он преподавал. Да-да. И, наверное, на обратном пути заезжал, с вами пил кофе. Это бывало. Да. Вы никогда с ним не обсуждали, вот как получилось? Вы были за внутри железного занавеса, он снаружи, и вы в один год издали книгу с одним названием, «Часть речи». Арбис и... Это, я его, нет, но это было не в один и тот же год, он издал после меня, и да, я его не обсуждали никогда. Нахально спросил, а ты не у меня ли взял название? Он сказал, да. Он сказал, да, так что вот, а мы с ним были знакомы с 1966 года. Когда он вернулся из ссылки, ему в Питере, в Ленинграде было довольно скверно, по причинам личным, но не только личным. И один его друг, который бывал в Литве и знал меня и многих других, вот знал Рамуна Сакатинуса, сказал, поезжай в Литву, там ты найдешь хороших людей, тебе станет легче. И он приехал в Литву, жил у Катилюса, а я тогда был в этот момент в Эстонии, но потом вернулся и тогда с ним познакомился. И мы часто виделись, обменивались стихами. Потом я жил некоторое время в Питере, и тогда уже виделся с ним почти каждый день. А потом он эмигрировал, он не хотел эмигрировать, но его, так сказать, выставили из Советского Союза. Я даже провел с ним последний день в Питере, но он сказал мне, но на аэропорт не ходи, там без того слишком много всяких волнений. Я тогда сидел дома, в аэропорт его проводила моя тогдашняя подруга, но не я. Вот, ну и у меня есть об этом такая публикация в журнале «Новое литературное воззрение». Называется «О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе». Это отрывки из моего дневника. Вот я каждый день пишу дневники, сейчас пишу. Это очень немало времени занимает, но это приятная работа, и я думаю, что это имеет какой-то смысл, это документ эпохи становится, потому что я пишу уже 60 лет практически каждый день. И вот там это все описано в дневнике, вот эти выдержки из дневника опубликованы под этим названием. А потом в Америке виделись часто, я у него бывал в Нью-Йорке с женой. Он тоже с женой, а иногда и один, бывал у меня в Нью-Хейвене. И вот опять же скажу то, что будет приятно моей жене здесь присутствующей, что мы ему устроили обед. И как он был, еще был холостяком тогда, ел где попало и что попало. И его накормила жена обедом, он посмотрел на меня и сказал, Томас, неужели тебя каждый день так кормят? Вот такие всякие мелочи, но это все в дневнике есть. В продолжение темы у меня замечательное стихотворение литовский актер Томас Лебедский, посвященный Бродскому. Интересно, какие были ваши ощущения, когда вы впервые
прочитали это стихотворение, как это вообще случилось? То есть вы прочитали его уже опубликованным? Нет, это было иначе. Он это писал долго. Он это начал писать, когда он эмигрировал, и писал, и забросил. Но это с ним бывало. Забросил, а потом и обращался ко мне, пока я был еще в Вильнюсе. Там я и в Вильнюсе, и в Каунасе в этом стихотворении появляюсь. А потом я эмигрировал. И когда я эмигрировал через 5 лет после него. Если, да, 5 лет. И оказался тоже в Америке, и он стал мне звонить. Он вернулся к этому стихотворению и решил его закончить. И он стал мне звонить и спрашивать всякие мелочи о Литве. Не обязательно мелочи. Там упоминается Дарюс и Геленас, например. Это 2 литовских летчика, которые жили в Америке, они были эмигрантами. И в 1933 году полетели через Атлантику. Тогда еще практически мало кто летал через Атлантику. Это был каждый раз, это было большое спортивное и не только спортивное достижение. Они полетели в Литву. После Линдберга, ну, вскоре после Линдберга, там еще был такой Вилли Пост, несколько знаменитых летчиков, и вот они решили с ними соревноваться, 2 человека, Дарюс и Геленас. Они почти долетели до Литвы, они побили по длине полета, беспосадочно, был 2-й перелет в мировой истории на тот день. Самолет был очень маленький, плохонький, не имел даже радио, они были довольно... Бедные люди, они собирали пожертвования в литовской миграции. И вот когда они летели над Германией, они упали. Есть даже такая легенда, но кажется, это все-таки легенда, что они пролетели над одним из первых гитлеровских концлагерей, и что охрана концлагеря по ним открыла огонь и сбила. Никто точно не знает, так это или не так. Но это национальные герои, и вся эта история, они погибли. Самолет находится в Каунасе в музее, обломки самолета. И на Бродского вся эта история произвела большое впечатление. Он хотел о них писать поэму, но так и не написал, но он их упоминает в литовском ноктюрне. И он, например, звонит мне и спрашивает, у них был биплан или моноплан. Я говорю моноплан. Он так и включил стихотворение. Потом, что он сам летит из Америки в Литву, как Дарюс и Геленас. Потом еще спросил что-то о святом Казимире. Там в конце появляется покровитель Литвы, святой Казимир, и покровитель России, святой Никола Чудотворец, Николай Чудотворец. И Казимир и Никола разговаривают между собой. Ну вот и так все время у нас шел такой... контакт, он уточнял у меня всякие детали, а потом написал эти стихи, кончил, прочел мне тоже по телефону, потом уже много раз читал, ну, что я могу сказать на это, стихи хорошие, я был очень счастлив, когда они появились. Да-да. Вы сказали, что половину вашей жизни прожили в Отечестве, половину вне. Один из наших композиторов, Тигран Мансурян, долгое время жил за границей, и когда он приехал, а потом снова уезжал и только летом возвращался, перестал уезжать. Я спросил маэстро, а почему больше не едешь? Он сказал, там не пишется. Вам там пишется? Я бы сказал, вы знаете, есть такое мнение, я бы даже сказал вот такой миф, что поэту на Западе не пишется, писателю не пишется. И это иногда так бывает, но не всегда. Много раз доказано, что очень крупные писатели продолжали писать за границей. Адам Мицкевич написал там «Пана Тадеуша», огромную поэму. Правда, потом перестал писать. Циприан Норвид, польский поэт, до конца писал по-польски. Цветаева. Ходосевич. Ходосевич, правда, через некоторое время перестал писать, но написал 10 очень хороших эмигрантских стихов. То есть у нас, у литовцев, у эмигрантов, в эмиграции оказалась половина литературы в 44 году, даже большая половина. В Литве осталось меньше половины. Все бежали от большевиков. Не потому, что они были
пронемецкие или пронацистские. Были даже и такие, но таких было очень мало. А просто потому, что боялись, что вот придут большевики, это плохо кончится. И, вероятно, были правы. Вот они, и многие из них продолжали писать в эмиграции ничуть не хуже, чем в Литве. Когда я уезжал, я немножко этого боялся. Но вы знаете, как-то я написал в эмиграции никак не меньше того, что я написал в Литве, и смею думать, что и не хуже. И для меня это было важно, вот доказать, что можно продолжать писать в эмиграции, и что это не катастрофа для поэта, что поэт от этого не обязательно гибнет. Ну вот, а как на самом деле там получилось, это уже решат, наверное, после моей смерти. Как вы видите будущее поэзии? Нужна ли будет она для теперешних детей? Вы знаете, очень многие волнуются по этому поводу. Я и сам иногда волнуюсь. Потому что мне кажется, что сейчас пишут хуже, чем мое поколение писало. И в Литве, и в России, и в других странах. Но, может быть, я не прав. Может быть, так не кажется. Но мне кажется, что это такая область искусства, которая не гибнет. Она просто испытывает приливы и отливы. Причем приливы часто совпадают с плохими временами. Это так бывает. А с хорошими или лучшими временами часто сочетается какой-то отлив. Этих отливов в истории поэзии было очень много. И потом опять наступал прилив. Я думаю, что это вернется, что стихи будут читать и будут писать долго еще. Может быть, до конца человечества. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Здесь мы ушли. Давай.